Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я рада вас всех приветствовать. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете мой канал, а также пишите свои комментарии и запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Сегодня по просьбе моей подписчицы я сделаю расклад на Марину Хлебникову. Напоминаю, что это известная певица. Она очень была известна в 90-х годах. Произошла трагедия. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в больнице. Я посмотрю, в каких она энергиях была до пожара. Буду работать на двух колодах. Колода вдохновения и таро безумной луны. В каких Марина была энергиях до пожара? Что с ней происходило? В каких она была энергиях? Следующее. Я посмотрю состояние ее здоровья на данный момент. Состояние ее здоровья на данный момент. Ее психологический настрой, причина пожара, прогноз на ближайшее будущее ее физического состояния и какое же у нее эмоциональное состояние будет. А вы знаете то, что я вижу? А Марина не была одна. Она не была одна. Во-первых, я вижу здесь мужчину. Это идет мужская энергия. Однозначно. Она с каким-то мужчиной была. У нее было планирование каких-то официальных дел. Она получала, возможно, какие-то советы, грамотные советы от этого человека. Возможно, обсуждение было успешного завершения какого-то дела. Вот этот мужчина, который рядом, он грамотно разговаривает, у него красивая поставленная речь. Человек склонен к умственному труду. Человек, который имеет большой жизненный опыт. Но, как правило, горький опыт, не самый положительный. И также она находится в состоянии комфорта. У нее есть удовлетворенность от происходящего вот с ней. На уровне разума это богатство каких-то творческих идей. Вот по правосудию могу сказать, всякое действие имеет свои последствия. Все равно это идет обсуждение каких-то официальных дел. Вот у нее какое-то тяготение к истине. Это в каких она энергиях была до этого пожара, еще раз говорю.
обдумывание какого-то важного решения, когда человек трезво воспринимает положение своих дел. Ну, умение видеть то, как есть. Все равно соблюдение равновесия, оценка ситуации. Вот она со всех сторон оценивала эту ситуацию. И вы знаете, дальше идет у меня такая информация. Число 8 кубков – это число трансформации. Вот у нее здесь идет такое состояние уйти в поисках новых стимулов жизни. Вот уйти из каких-то застоявшихся процессов. Даже, возможно, здесь идет желание успешного восхождения на новую ступень своего развития. Опять-таки открытие каких-то новых возможностей. И даже сменить образ жизни, желание сменить образ жизни. Но вот по Луне, которая выпадает вот на данный момент, в каких энергиях она была? Вот это всегда малообъяснимое состояние. Возможно, где-то в глубине души у нее была тревожность. Это как бы, вы знаете, это все равно измененное состояние. Особенно творческих людей. Людей, которые ведут, ну, как правило, ночной образ жизни. Это опять-таки я не то, что сейчас как-то хочу очернить человека, но... Возможно, была выпивка. Но я не говорю, что человек напился, но все равно человек употреблял алкоголь. Я вижу это так. У меня идет такая информация. Потому что идет именно энергия измененного состояния. Несмотря на то, что вот что-то обсуждалось, о чем-то говорилось, о каких-то проектах, все равно люди что-то употребляли. У меня идет такая информация. Закрытая информация. Что касается по состоянию здоровья, вы знаете, когда выпадает эта карта, как правило, человек вообще не... ну, можно так сказать, наплевательски относится к своему здоровью. Вот на данный момент это ослабленность, это слабость, это страдает нервная система, страдает зрение, общая слабость. Вот что я могу сказать. Что касается по ее психологическому настрою, есть озабоченность именно не потерять физическую привлекательность. Все равно моральное и физическое истощение. И вы знаете, по этой карте, ведь смерть приходила за Мариной. Приходила за ней смерть. Реально. Сейчас открою эту карту. Причина пожара. Причина пожара. Какая причина пожара? Причина пожара. Опять говорю, она не была одна. Солнце. Ну, солнце – это пожар. Причина пожара. Ну, во-первых, она не была одна. Это, знаете, это встретить своего единомышленника и междоусобчик такой, близких людей по духу.
знаете, как обсуждение чего-то внутри группы. Но это пожар, неаккуратное обращение с огнем. Что-то там произошло. Либо курило, либо еще что-то было связано. Может быть, также свеча горела, может быть, еще что-то. Но это неаккуратное обращение именно с энергией огня. Вот у меня что идет. Прогноз на ближайшее будущее. Двойка пентаклей, опять-таки, вот на что есть у этой карты, если вам будет видно. Пояс танцующей цыганки украшен массивным черепом, который напоминает, что есть танец жизни, а есть танец смерти. Все равно будет сохранение баланса, долгое лечение. И опять-таки я вижу проблемы с глазами или с одним глазом. И причем это быстрое прогрессирование глаукомы. Вот то, что я вижу. Какой же эмоционально-психологический будет настрой? Вы знаете, возле Марины будут хорошие врачи, это однозначно, хорошие специалисты. Это взаимодействие со специалистами, это огромная поддержка близких людей, тревога рассеется. Это карта общности, карта надежности, карта поддержки. Все должно быть хорошо. Вот то, что я вижу. Огромное количество людей просто останутся неравнодушными, и будет поддержка. И это не только моральная поддержка, это поддержка, это врачи поддержка, это хорошее лечение. Это и финансовая поддержка. Вот то, что я вижу по этому раскладу. Если вам есть что-то добавить, пишите, пожалуйста, свои комментарии. Берегите себя. Всего вам доброго.